Все мы рождены для любви и проживаем свои дни в поисках того человека, который подарит нам это чувство. Вокруг нас столько прекрасного и неизведанного, но в отсутствии чувств это все проходит мимо. И только любовь открывает в человеке неизведанное и делает его по-настоящему счастливым. Порой мы просыпаемся утром и даже не представляем себе, что этот новый день может быть по-своему особенным, приводя нас к той мечте, которой казалось еще недавно и не было на горизонте. Делаем ли мы сами выбор, или нас ведет судьба? А может, мы просто слушаем свое сердце и смело следуем за мечтой? Волшебство вокруг нас. Иногда мы просто этого не замечаем. Мы просто живем обычной жизнью, делаем привычные для нас вещи. Но порой мы ничего не ждем и не планируем, и жизнь сама преподносит нам сюрпризы. Никому из нас не дано предвидеть дату рождения любви, и мы не можем знать, как она выглядит до того самого момента, пока ее появление не почувствует сердце. Люди бывают по-настоящему счастливы совсем не потому, что у них все есть, а потому что они просто есть друг у друга. Каждый поступок и каждый шаг неповторим. Настает время, когда в жизни происходит нечто важное. И это не просто момент или эпизод из игрового фильма, нет. Это история двух любящих сердец. Сонечка, приходи за мене заміж. Я обіцяю любити тебе, поважати, зберігати. Дорогий мій Іван, я хочу стати твоєю дружиною. Я хочу, щоб ти знав, я тебе люблю.